Добрый вечер. Этой ночью влияние области повышенного давления еще сохранится, и потому осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура этой ночью практически одинаковая по всей территории Латвии. Столбик термометра опустится в среднем до минус 1 минус двух градусов. Днем к нам уже подойдет циклон с юго-западной стороны, а вместе с ним и атмосферный фронт, а значит можно ждать осадков. Они, правда, ожидаются небольшие в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололед. Максимальная температура воздуха от 0 градусов на востоке страны до плюс 4 на побережье Курзаме. В Риге Этой ночью облачно с прояснениями и без осадков. Минимальная температура воздуха минус 2 градуса. Днем облачно, но воздух все-таки прогреется до плюс 2. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Хорошего вам вечера и до свидания.